Механизм возбуждения уголовных дел в Беларуси могут изменить. Об этом шла речь сегодня на заседании коллегии Следственного комитета, в котором принял участие президент. Однако, прежде чем принять окончательное решение, Александр Лукашенко предложил детально обсудить вопрос с руководителями всех ведомств силового блока. По мнению главы государства, эффективная оценка работы правоохранительных органов должна стать реакция граждан, а не статистика. Нам не нужна показуха. Мужики, вот это не главное. Регистрируйте, не регистрируйте. Но я же вас за статистику даже вот слова не сказал. А вот вы должны просто быть народными людьми. Ну откуда мы с тобой вышли, слушай? Ну вот оттуда. И большинство подавляющее здесь, если не все, они же оттуда. Так почему мы должны предавать то оттуда, откуда мы вышли, и своих родителей, вот этих бедолаг, которые на нас сегодня работают и приходят к нам с заявлением о помощи? Вот это надо вырубать каленым железом. Каленым железом вырубать, не считаясь ни с чем. Я уже упрекаю более, даже публично уже начинаю милицию, там, КГБ, военных упрекать, пограничников. Кто-то там прошел на машине через границу, проехал, а ты где был? У тебя автомат на плечах. Нарушена государственная граница. Кто его знает, кто на этом автомобиле прорвался через границу? Извините меня, сопли развесившие, это Брест, характерно для Бреста было. Стоит, пропустил. Потом мы его трое суток ищем, и они мне приходят, рапортуют, что доложили. А что человек мог натворить за эти трое суток? Я был пограничником, не дай бог, в советские времена прорыв границы. Вот такой прорыв границы. Слушайте, головы бы поснимали всем начальникам, половину пересажали. А у нас это так. Поэтому мы должны каленым железом, применяя все формы и методы, демонстрируя это, если хотите, людям, доказывать, что мы, ваши дети, мы погоны носим для того, чтобы вас защитить. Они худо-бедно нас кормят, содержат, ну пусть не каждый день с маслом и икрой, но, извините меня, не голодаем. И не дай Бог нам допустить то, что вот у него на родине творится сейчас. Вот благо, что он, корни у него в Украине. И вы там рядом работали. Видите, что там происходит. Поэтому мы, военные люди, мы должны реагировать жестко. Извините, одного негодяя подстрелим, миллион поймет, что так делать нельзя. За последние годы нагрузка на следователей существенно снизилась, и это, по словам президента, нужно использовать для повышения качества и сокращения сроков расследования.